Дамы и господа, встречайте постоянные ведущие стендап-шоу Камил Джалилов и Тимур Алиев. Всем привет, здравствуйте, телеканал Добрый Зор вечер, ТВ. Друзья, всем привет, здорово, здрасте, добрый вечер, салам алейкум. Неделя прошла, да, с последней Целая встречи. Неделя Отлично. Прошла. Соскучились. Очень соскучились, телеканал Зор ТВ, суббота, это стендап-шоу, давайте аплодируем, всем привет, всех рады видеть, здравствуйте. Камил как раз завтра едет в Душанбе. Да, мы вместе едем. А можете пару уроков сейчас для Тимура дать? Я-то умею петь. У него прекрасно все. Саратонге соя. Правильно? Ну теперь надо выше, теперь открыть зуб. Зубы. Ты что, не понял, с кем ты разговариваешь? Слушай, ну разумеешь, с кем ловишь. На всякий случай поаплодирую этому чуваку, а то мало ли как бы. Просто я видел, как одного спортсмена ударили, дали два щапата, а потом вышел другой спортсмен. Каждый из вас ел плов с вареными яйцами. Праздничный плов. Я ел его на Пасху, понимаете? Легендарный певец, композитор, поп-исполнитель Октамаке Хакимов. Ассалам алейкум. Здравствуйте. Здрасте, Октамаке. Давно алейкум вас ассалам. Не было видно. Не, я пишу, ну и преподаю вокал, у меня же вокальная студия вот своя. Да. Ну, вот буквально. А можете пару уроков сейчас для Тимура дать? Я-то умею петь. У него прекрасно все. Все резонаторы на месте. Ну, для начала объясните ему, что такое резонаторы. А он сам знает. Вы договорились, что ли? Вы откуда родом? Я с Таджикистана. А с какого города? С Душанбе. Вот ничего себе. Вот Камил как раз завтра едет в Душанбе. Да, мы вместе едем. То есть вы тот таксист, который мне предлагал свои услуги? Да, да, да. Тот, который вокал преподает. Расскажите, какие планы на будущее? Над чем сейчас работаете? Может быть, что-то, какие-то интересные проекты? Ну, кроме такси, Ташкент-Душанбе. Был хороший проект, это юбилей симфонического оркестра узбекского нашего. Да, там слышали. 80 лет. И вот там я пел песню, это саундтрек с Армагеддона, Iron Sweet. Было здорово, конечно. Потрясающе Спасибо. Исполнено. Спасибо. Мне очень приятно, конечно, петь песни уже, ну, когда не прихожу, просят и Смигюль. Я говорю, ну, извините, у меня еще есть много других песен. Ну, и поэтому вы Аэросмит решили спеть. Это вы написали эту песню, что ли? Нет. Если бы он написал, она была бы лучше, если бы Октамаке написал. Да, это было бы, конечно, здорово. Конечно. Ну, а сейчас, наверное, работаете над какой-то композицией, может быть, расскажете и такую интригу небольшую нам дадите. Мы сейчас расписываем партитуру, потому что хотим осенью дать свой концерт, но он будет уже полностью такой живой. А сейчас, ну, я вижу, вот не мой вопрос у Ягоны, а что такое партитура? Ну, это встаешь на парту и все. И партируешь. А вы все так преподаете вокал? А я понял, да, как вы вокал преподаете, кажется, теперь. Хорошо. Я хотела сказать, на самом деле это не очень красивая картина. Преподавать вокалом у вас, ну, это как бы надо же мимикой лица там немножечко шевелить. Маска. Там есть такие распевки. Такие вот. И вот. Не, в принципе, можно было не говорить этого. Давайте дальше. Хорошо, что нужно сделать, чтобы записаться к вам на уроки вокала? Ну, пройти просто первый пробный урок. А каким образом его вот проходит? Давайте сейчас мы прямо пройдем этот первый пробный урок. Давайте попробуем. Вот мы пришли вдвоем. Давайте я, мне правда очень интересно. Давайте. Я всю жизнь хотел заняться вокалом, но... Ну, спойте свою любимую песню. Саратонге соя, правильно? Ну, теперь надо выше, теперь открыть зубы. В общем, мы знаем, кто сейчас нам откроет зубы. Это трехкратный чемпион мира по... Смешанным единоборствам Махмуд Мурадов. Ваши аплодисменты. Мурадов, привет! Махмуд, добрый вечер. Можешь сидеть... Добрый вечер. Вообще не напрягаться можешь. Может быть, ты нам позадаешь вопросы? Мы с удовольствием ответим на них. Давай. А что мы вообще здесь делаем? Если хочешь, ты можешь уходить, как бы. Как бы, да. Я посижу, у меня еще время есть. Ни охрана телеканала, никто не сможет сказать тебе слово против. Расскажи о самом своем крайнем бое, о своей самой вот свежей победе. 3 марта я победил бразильского бойца в Чехии, в Праге. Одержал победу во втором раунде техническим нокаутом. Сейчас меня ждет 28 июня бой за титул. За мой титул я защищаю свой титул. И после этого боя я перехожу в UFC. Да, нужно поаплодировать. И ты чувствуешь, да, как публика сразу же оживилась? На всякий случай я поаплодирую этому чуваку, а то мало ли как бы.
Давно занимаешься единоборствами в целом? 8 лет. Как попал в Чехию, уже 8 лет я занимаюсь и участвую. Где ты начал вообще свою карьеру? Ничего я не знаю, где я начал карьеру. Он намекает. В Узбекистане. В Узбекистане. Ты начинал с бокса, с кикбокса, боевой самбо. Вчера был здесь, и я попросил кого-то, чтобы написали для нас песню. У нас есть знакомые, которые пишут песню. Ты будешь удивлен. Не, ну серьезно, потому что... Многие бойцы, вот соотечественники, на мировых аренах деремся и выходим под российские, под разные песни. У нас нет, к сожалению, нет никого, чтобы написали именно вот про нашу страну, про бойцов и все такое. Все знают Хабиба, у него про Дагестан, про страну, про традиции, про... Про Ботю не канает песня? Мы поговорим, я думаю, может быть. Как бы, если здесь разрешать ММА у нас в стране, я совладелец XFN в Европе, мало кто знает. Вот зачем поехал в Чехию, слушай. Нет. Просто так получилось, тупые спортсмены не нужны миру в данный момент. Братан, я тебе... Я как бы... Я ухожу из большого спорта. Во-первых, бадминтон не самый большой спорт. Участвую там не просто так. Я владею некоторыми акциями и хочу в Центральную Азию привезти XFN, потому что это очень большая организация. И в Узбекистан. С Центральной Азии будем возить в Европу бойцов, потому что у нас действительно хорошие бойцы. Очень много талантливых бойцов. Но возможностей нет, потому что я по себе знаю. Я поехал в Чехию, как вы говорите, вот не зная никого, не зная языка, и добился того, что у меня есть. А сейчас хотя бы немного по-чешски. По-чешски, английский, таджикский, узбекский, класс, русский, а как будет на чешском? Ты что, не понял, с кем ты разговариваешь? Слушай, ну разумеешь, с кем ловишь. Спасибо. Дальнейших побед и обязательно выход в UFC, завоевание там всех всевозможных поясов. Всей страной болеем огромных за тебя. Огромных удач. Да, спасибо большое, что пришел. Первый резидент стендап-шоу, который выйдет на эту сцену, Озод Шукрулоев. Привет всем, как вы? Как ваше настроение? Давайте пошумим, да. Месяц назад я стал отцом и понял одну вещь. Чтобы люди смеялись, нужно начинать выступление вот так, типа. А кто у нас такие зрители? А кто это такие? Они понимают, все равно смеются. Ну ладно. И знаете, очень трудно выбирать имя для дочки. Жена все время настаивает на своем, я все время настаиваю на своем. Но я мужчина, естественно, последнее слово было за мной. Это было ладно. Вот, для мужчин я вам научу такой метод. Вот если жена выбирает плохое имя, и вы не хотите это имя, короче, есть секретный хитрый ход. Например, жена говорит, а давай назовем Шахло. А вам это имя не нравится? Вы говорите, да, очень красивое имя. У меня была одноклассница, такая красавица, все время сидела со мной. Мы так переписывались. И жена такая, что-то это имя мне перенравилось. И, знаете, она все время плачет, вы не знаете, что делать. У нас первый ребенок, у нее первый. У меня тоже. Ребенок все время плачет, вы не знаете, что делать. Вы ставите его, поднимаете, закрываете рот. Проблема в том, что я не умею убаюкивать ее, я не знаю песни вот это. Я все время ношу ее и такой... И в какой-то момент я такой... Между нами тает лед, по себя никто не найдет, мы останемся под дождем. И она заснула. И она заснула. Знаете, проблема в чем? Что она привыкла. Теперь жена все время ходит и такой, она что-то не нравится, мне моя песня ей не нравится что-то. Жена все время ходит, и я говорю, дай сюда. Между нами тает лед, по себя никто не найдет. И такой... Курточка моя так хорошо сидит на ней. И я врач, и у детей такое чувство юмора, знаете. Недавно выходим на обед, все в халатах. Я говорю впереди идущим врачам, короче, плов не берите, плов уже вот здесь. Я буду жареный печень. И ребенок, который там играл, он говорит, здесь печень не продают. Я говорю, не волнуйся, я с отделения захватил. И ребенок не потерялся, она такая, вы что, индейцы? Я думаю, да, 10 лет учился на индейца.
Недавно на выступление приходил Руслан Нуриддинов. Короче, это штангист, который взял золотую медаль, побил рекорд Олимпиады. И он говорит, нас бьют перед тем, как мы берем вес. Не было такого, чтобы он подошел, узот, нас бьют, разберись. Нет. И их бьют там перед тем, как они берут веса, и там пощечины дают, пинают, там типа, чтобы адреналин был, все такое. Но я думаю, это должно зависеть от веса. Там, если ты выходишь на маленький вес, он должен просто подойти и такой... ты поднимешь. А если ты берешь серьезный вес, он тобой типа, ты поднимешь. Просто, чтобы вы понимали, он пошел на рекорд. Я думаю, его там в кабинке зажали втроем. Он такой, ну что, сейчас, ну, Руслан, пойдем на рекорд. Он такой, может, не нужно. Нужно, нужно, золото нужно брать. И просто я видел, как одного спортсмена ударили, дали два щапата, а потом вышел другой спортсмен. Помните, в детстве, когда мы увидели иномарку, мы подходили к иномарке и такой смотрели, типа, какая максимальная скорость там. А потом опускалось стекло и оказывалось, что там сидит человек. Это вот такое дурацкое ощущение. Раньше я так делал, а точнее позавчера. Это... Да, у кого есть Малибу или Каптива здесь? Где, где, где? Там? Так вот тот самый человек, которого мы ненавидим всем автобусом. Да. Кто ездит на общественном транспорте? Поаплодируйте. А кто на своей машине? Сидите тихо. Спасибо за внимание. Это был ЗОЖ Шкурло для вас. Популярность стендап-шоу набирает небывалые обороты. И совсем недавно творческий коллектив «Суперлюди» выступил с большим концертом в городе Самарканде. Самаркандские зрители очень тепло встретили всех резидентов стендап-шоу, и прямо сейчас представляем вашему вниманию небольшой отрывок из нашего концерта. За все время, которое я вообще мотаюсь по городам, я всего лишь один раз ездил на Афросиабе. Кто-нибудь катался на Афросиабе? Поаплодируйте. Мажор, просто... крутой, очень комфортно, очень быстро. И вот эти, я не знаю, проводники, вау, как вы, просто. Я ездил зимой, сейчас такого не увидеть, но те, кто знает, у проводников Афросиаба великолепная форма. У них, знаете, такая дубленка, у них вот здесь вот мех, на груди у них на шапке мех. Я вот думаю, вот, блин, почему, оказывается, такие дорогие билеты. Половина денег уходит им на мех. Серьезно, если у обычных проводников, обычных поездов, вот здесь вот не мех, а жир, у них на груди жир, у них на боках жир, у них на шапке жир, то у них тут мех. И вот я думаю, если так выглядят просто проводники, то как выглядит машинист? Мне кажется, он, знаете, он в шубе такой, настоящей шубе. У него тут золотая цепь, у него трость. Он приходит такой на перрон, приходит такой... Что-то у меня сегодня нет настроения ехать в Самарканд. Поехали в Сан-Тропе. Я оплачиваю. Я чаще всего приезжаю сюда на машине. И очень страшно, на самом деле, ездить иногда на машинах. Был один просто случай. Мы возвращались из Самарканда поздно ночью. Ехали где-то 120-130 километров в час. И где-то третий час дороги, очень темно. Водитель едет такой, едет, едет такой. И зевает такой... Сейчас усну. Смотрит на меня и говорит, а ты что не спишь? Что-то как-то расхотелось? Как-то расхотелось. Друзья, продолжаем. Встречайте следующий стендап-комик Тарас Касымбаров. Добрый вечер, здрасте, здрасте, привет.
Мне 30 лет, и знаете, я русский, и все 30 лет я прожил в Узбекистане. И это очень интересно, потому что смешиваются культуры, все меняется, все полностью смешиваются культуры, даже смешиваются языки. Наверняка каждый из вас слышал такой телефонный разговор, когда: «Алло, Леша, салам, это я, Серега. Я тебя жду в Милитаумларе. Боп-то-хоп». Абсолютно смешиваются культуры. Например, вот я, да и каждый из вас, наверняка каждый из вас ел плов с вареными яйцами. Праздничный плов. Я ел его на Пасху, понимаете? И знаете, это отлично. То, что смешиваются, скрещиваются наши культуры, это здорово. Потому что в узбекской культуре есть одна замечательная черта — это торговаться. Есть чему поучиться. Серьезно, я вам объясню на примере. У меня один друг, он был в Дубае, его депортировали на 4 года. Представляете, на 4 года. А должны были на 8, понимаете? Сторговался. Недавно я иду по улице, навстречу мне идет две молодые девушки, у одной коляска с ребенком, и она такая: «Ой, блин, как дорого стали детские лекарства. Да ты не кури над ребенком, дура, не понадобится лекарство просто». Вот мне хочется, чтобы у этого ребенка первыми словами были: «Мама, бросай курить, ну серьезно. Поверь мне, я видел ситуацию изнутри», понимаете? Я работаю в больнице, и вот каждый день я вижу дебильное отношение к своему здоровью. Я имею в виду самолечение. Да вот, недавно к нам в больницу пришла женщина, у ее ребенка была ангина, и она промыла ему горло керосином. Керосином, понимаете, в 2018 году. Вот такое ощущение, что она не знает, что изобрели антибиотики. Антибиотики, колесо и буквы, вот, понимаете? И вот мне кажется, вот эту женщину вот невозможно ни в чем переубедить. Они же вот такие люди, которые дома лечатся, они же всегда правы. Мне кажется, она бы промыла горло керосином своему ребенку, даже если в этот день у него был день рождения. А когда бы он дунул на свечи, она бы даже не удивилась. Она такая: «Ну, от ожогов поможет подорожник», понимаете? А его друзья такие: «Ух ты, у нашего друга папа дракон. Папа дракон, а мама тупица». Вот. Я мечтал стать врачом, но стал массажистом. И вот обидно. Не будет такого, что вот в салоне самолета зайдет бледная такая стюардесса и скажет: «Дамы и господа, среди вас есть массажист? Просто срочно нужен антицеллюлитный массаж. У нас жирный пилот. Мы не можем взлететь, понимаете?» И вот я недавно спросил у одного своего пациента, говорю: «А каким видом спорта вы занимаетесь?» И он сказал: «Спортивная рыбалка». Спортивная, да, вот спортивная рыбалка. Вот вам лично не кажется, что это слишком пафосно звучит? Спортивная рыбалка. Вот. Просто я лично занимался регби. Да, у нас там была такая спортивная нагрузка, что я однажды на тренировке упал в обморок, понимаете? А вот спортивная рыбалка. В чем спорт? Нельзя уснуть? Я не думаю, что в спортивной рыбалке будет такое, да, что до конца рыбалки осталась одна минута. Ты стоишь, тебя качает в разные стороны. По глазам течет пот с кровью пополам. И ты сквозь шум в голове слышишь, как тренер орет: «На гречку! Прикармливай на гречку!» Вот такого не будет, да? И вот ты в этот момент прям соберешься силами и просто сделаешь последний рывок и победишь. И в момент победы просто как в фильме «Рокки» будешь: «Да! Да! Да!» А в руках толстолобик. Спасибо большое, приятного вечера. Друзья, спасибо всем огромное. Это был очередной выпуск стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Это был Камил Джалилов. И парень в розовом костюме. Да, и Тимур Алиев. Спасибо огромное. До новых встреч. Всем вам огромное спасибо. Были крайне рады. Ведь пока-пока. До свидания.